ключик к открытию дверцы стало вот это раритетное приглашение, которое вы сейчас увидите на экране. 35 лет назад в Доме офицеров на Литейном проспекте состоялась премьера оперы замечательного композитора Леонида Десятникова «Браво, брависсимо, пионерисимо» или «Никто не хочет петь». И благодаря вот этим двум людям, которые сейчас снова появятся на экране, между ними третий, это пионерисимов, который немножко согласен. Благодаря им тоже открылось какое-то совершенно новое театральное пространство. Они имели эту смелость его открыть, пространство, которое находилось за стеркалом.